тщеславие, аморальность, алчность, злоба, хитрость, плотоядность, благородство, щедрость, порядочность и просто старомодный добрый кохонес. Я знаю, это больше всего напоминает характеристику преуспевающего главы киностудии, но на самом деле это всего лишь черты характера, разные черты человеческого поведения, которые нам показывали с помощью своего таланта ведущие актеры, номинанты этого года. Джордж Клуни, фильм «Майкл Клейтон». Нет, я скажу, давай лучше пять. Пять, и я забуду про Артура. Да, пять — это проще. Да, пять — это уже можно обсуждать. Хорошо. И еще 5 миллионов, чтобы забыть за 468 человек, которых вы убили своим детергентом. Я сейчас закончу совещание, и мы обсудим. Я что, по-вашему, торгуюсь? Даниэль Дэй-Льюис, фильм «Нефть». Говори громче. Да, я требую то, что... Спасибо тебе. Черт, это кровь. Прости мне кровь, Господи, позволь мне уйти. Ты принимаешь Господа Иисуса как Спасителя своего? Да, принимаю. Джонни Депп за фильм «Суини Тодд», «Демон парикмахера с Флит-стрит». Ну так как, насчет того, чтобы побрить вас, а? Приходите сюда, к Суини Тодду. Вы, сэр, добро пожаловать в могилу. Томми Ли Джонс, фильм «В долине Элла». Простите, я не знаю, почему вы говорите, что их там не было. Но они этого не сделали. Они сражались там. Да, они не сражались, они пар выпускали. Вы не были на войне, вы не понимаете. Нельзя драться с противником, а потом так поступить. Ну и в хорошем мире вы живете. Выясните, почему они лгали. У них есть какая-то причина. Вигго Мортенсен. «Порок на экспорт». Надо сжечь бумажник. Okay. Хорошо. Now I'm going to do his teeth and cut off his fingers. Теперь я отрежу ему пальцы. You might want to leave room. Или оставить? Great performances all. Прекрасные роли. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. И лауреат Оскара получает Дэниел Дэй-Льюис за фильм «Нефть». This is the second Academy Award and fourth nomination for Daniel Day-Lewis. Это вторая награда, четвертая номинация Дэниела Дэй-Льюиса. That's the closest I'll ever come to getting a knighthood, so thank you. Ну, наверное, рыцарем мне не стать, но это хоть что-то близкое. My deepest thanks to the members of the Academy. Большое спасибо членам Академии. For whacking me with the handsomest bludgeon in town. Врезали мне по башке этой самой красивой статуэтки в городе. Look at this gorgeous thing that you've given me. Я смотрю на эту прелесть, которую мне подарили. И вспоминаю первую только зачаток идеи, которая привела к этому фильму. Это как из какого-то семечка выросло огромное дерево в голове Пола Андерсона. Я хотел бы, чтобы со мной был мой сын и мои партнеры, все, с кем я снимался. Стольким людям надо сказать спасибо.
One amongst them would be Mrs. Plain. Один из них это миссис Плейден. The enchantingly optimistic, open-minded and beautiful Rebecca Miller. Ребекка Миллер всегда полная оптимизма, всегда открытым сердцем, относящаяся к любым идеям. I hope that all those to надеюсь, whom I owe and whom I feel кому я должен сказать спасибо, простят меня, simply, если я просто you, скажу Paul. Спасибо, Пол. I've been thinking a lot about fathers я and sons много думал про отцов, про сыновей. Like и я хочу Balkan, принять это в память о моем деде, о моем отце, boys, Gabriel, Ronan, честь моих трех детей. Большое спасибо. Спасибо всем.